В Барнауле хотят провести парад в защиту секс-меньшинств. Об этом сегодня сообщили ряд краевых информагентств, а также популярные интернет-паблики региона. С инициативой провести шествие представителей нетрадиционной сексуальной ориентации выступил известный в стране правозащитник Николай Алексеев. Известно, что он не первый год борется за толерантное отношение к гомосексуалистам. Активист намерен провести серию акций по всей Сибири, в том числе и в Барнауле. Но, судя по страничке Алексеева в соцсети, подобные инициативы общественнику прежде реализовать не удавалось. За последние пару лет Алексеев пытался организовать около 200 гей-парадов по всей стране, но везде получал отказ. Судя по всему, его ждет подобный ответ и со стороны властей Барнаула. Публичные мероприятия, они согласовываются у нас через администрацию города. Согласовать такое мероприятие у нас будет невозможно, потому что, опять же, это все будет противоречить, то есть, нормам законодательства. Проведение такого мероприятия просто откажут. Отметим, 2 года назад в Барнауле уже пытались провести гей-парад, но тогда акцию тоже не согласовали.